Сегодня мы с Мишкой решили сходить в кино. Ой, но он что-то задерживается. Ой, 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 как страшно! Что? Что случилось, Мишенька? Почему ты такой грустный? Я, Лисонька, к тебе бежал и увидел у дороги трехглазое чудовище и очень испугался. Оно так страшно моргало, что я не решился перейти дорогу. Ой, как страшно! А что это за чудовище такое-то? Пойдем, Лисонька, я покажу тебе его. Вот оно, смотри. Ой, ой, да какое же это трехглазое чудовище. Мишка, ты что? Это же светофор. Днем и ночью я горю, всем сигналы подаю. Есть три цвета у меня, и зовут меня, друзья, светофор. А что это такое светофор? И почему у него три цвета? Ну что ты, Мишенька, чтоб тебе помочь, путь пройти опасный. Горит и день, и ночь. Зеленый, желтый, красный. У дороги страж стоит, строго с нами говорит. Если видишь красный цвет, стоп, дружок, дороги нет. Если желтый впереди, не спеши, зеленый жди. Вот зеленый цвет горит, топай смело, путь открыт. Я теперь не боюсь светофора, он ведь мне помогает перейти дорогу. Вот-вот-вот-вот-вот. Переходи, Мишенька, дорогу как следует. Вот-вот-вот, вот здесь по пешеходному переходу. При зеленом свете светофора. И на проезжей части играть нельзя. Это, друзья, очень опасно для вашей жизни. Ну вот, ребята, и ты, Мишка, теперь еще лучше знаете правила дорожного движения. Всегда помните их и выполняйте, потому что эти правила помогут сохранить вам жизнь и здоровье. До свидания, друзья! До свидания, друзья!